Зона вакуума. Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды 7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись! Все лекарства, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память вернется. Не понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, Айзек, берегись! Айзек!
сейчас... Повсюду некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ведь обелиск уничтожен. Дейна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башни Кассини. Дейна! Черт! Yeah.